Буквально вчера на ледяном треке, а сегодня уже делится впечатлениями. Татарстанская команда накануне оказалась в топе Кубка России по трековым гонкам, что проходил в Ижевске. Кубок в копилку AG Team принес гонщик Анвар Тутаев. Но времени праздновать не так много, впереди уже новый сезон. Буквально через 2-3 недели мы уже поедем в Грозный и будем тестировать наши летние машины, на которых мы будем выступать уже в летнем сезоне. Поэтому весь год на самом деле расписан по минутам. И все же не поделиться эмоциями с казанцами чемпионы не могли, а заодно и рассказали все о своем увлечении. Их завалили вопросами, отвечали, кстати, на любые. С какого возраста можно заняться гонками, сколько стоит экипировка и даже куда в машине заливается стеклоомыватель. Беру бутылочку, я уже Раскрыли и секреты езды в межсезонье. Заслуженный мастер спорта Тимур Тимерзянов, трехкратный чемпион Европы, который в феврале стал еще и чемпионом России этого года по трековым гонкам, уверяет, это не только правильный выбор шин. Нужно принимать побольше витаминок, потому что бывает авитаминоз, и люди бывают в эйфории в этот период времени и совершают какие-то необдуманные поступки, поэтому нужно стараться следить за дорогой, стараться быть более сконцентрированным, внимательным. От гонщиков и поздравления женщинам с 8 марта. В их команде, кстати, тоже есть дама, самая быстрая девушка республики. Мне кажется, они относятся ко мне как к обыкновенному пилоту. У нас нет такого разделения на девочку и мальчик, все одинаковые. Ценные призы за ответы на автомобильные вопросы. Мастер-класс по картингу, техника, сувениры с символикой команды. Сегодня здесь не только их фанаты, но, возможно, и будущие коллеги. Мне 12 лет, я гоняю около 5 лет. Ребенок как бы увлекается, вот, я тоже интересуюсь. Мне сегодня подарили музыкальный центр. «Будь пилотом» призывает вот такой фотобаннер на сцене. И не только он. Наши гонщики сегодня тоже поделились, что прийти в автоспорт никогда не поздно. Достаточно записаться на занятия, к примеру, в Малую академию картинга. Лина Синатульна, Амирзалюшев, ТНВ, Казань.